Вообще, знаете, меня трудно удивить. Это 2050? Спасибо. Спасибо. Ребята из Burger Heroes представили нам бургер для нашего крутейшего эксперимента. Посмотрим, насколько этот бургер летучий. С такой-то здоровенной котлетой еще бы. Это бургер. Это Кирилл. А это Саша. Знаете, чем занимаются эти ребята? Они делают крутых высокоскоростных дронов. И сегодня мы проведем крутой эксперимент. Вы когда-нибудь видели, чтобы бургер летал со скоростью 100 км в час? Так вот сейчас вы и узнаете, каково это. Погнали. Многие из вас знакомы вот с этим дроном и знают о его качествах и свойствах. Но вы думаете, что это самый крутой дрон для скоростных расстояний? А вот хрена с два. Этот дрон-бургер уделает его в два счета. Это уникальные кадры. Дистанция для нашего эксперимента будет служить эта парковка. Здесь достаточно хорошая площадь для того, чтобы у нас и получилось. Итак, объясняю, что мы будем делать. Мы возьмем дрон, в который мы запихнули бургер. Запустим его на небольшую высоту и разгоним до максимальной скорости, которую он только способен набрать. И посмотрим, как работает скоростная доставка бургера с помощью дронов. Для начала, чтобы вы понимали, как эти штуки работают, мы запустим точно такой же дрон, но без специального резервуара для бургера. Ну, вообще, знаете, меня трудно удивить чем-то. Я даже таких штук как бы... От таких штук, думаю, я особо не удивлюсь, не. Как он, говорите, стартует? Давай еще! Охереть! Пацаны, вы мои лучшие друзья. Итак, сейчас я двигаю на другую часть парковки, в которой буду... звонить в скоростную доставку бургеров для того, чтобы не быть голодным везде. Может, это и дурацкая идея, но все дурацкие идеи в итоге приводят к гениальным открытиям. Возможно, в будущем такие дроны будут доставлять бургер к вам домой. А мы, как первооткрыватели, презентуем этот способ доставки. Алло, скоростная доставка бургеров! Мне, пожалуйста, один горяченький, по-быренькому. И вот он, мой бургер уже приближается. Вот он прилетел. Блин, как это круто вообще. Просто непередаваемое ощущение, дамы и господа, когда к вам прилетает с охренительно большой скоростью настоящий бургер. Наконец-то. Ваше здоровье. Обожаю этих ребят. А, горячие! Чтобы управлять таким дроном, нужны специальные очки. И вот что Саша видит во время управления этой штукой. Радиус управления таким дроном? Радиус управления в районе 1 километра при условии того, что оборудование, которое установлено на нем, оно штатное. Но, скажем так, при желании радиус действия увеличивается до 100 километров установкой дополнительных усилителей и направленных антенн. 100 километров радиус управления этой штукой, вы представляете себе? Его можно вообще просто в другой город забросить и там на нем летать. Тяги, суммарная тяга всех моторов 6 килограмм. Весит он 500 грамм, соответственно, тяги в 12 раз больше, чем вес. Это ему позволяет, скажем так, телепортироваться практически в пространстве. Ну что, Кирилл, Саня, спасибо вам за все. Я думаю, мы с вами еще не раз увидимся.
Отлично, полетали, ребят. Все, я пошел. Ну что, ребятки, как вам выпуск? Я думаю, это прикольно, ребята. Предлагайте свои идеи о том, что еще можно замутить с этими крутейшими дронами, и мы обязательно их воплотим, потому что я думаю, что с этими парнями у нас еще долгая дорога прикольных экспериментов. А на этом выпуск закончен. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте рассматривать долбанную кнопку лайка внизу под данным видео и оставайтесь на связи. Впереди еще больше крутых видосов. Всем пока!